В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Ливерпуль в одну калиточку вынес Манчестер Сити 3-0. Горожане не только не забили в ворота Лариса Кариуса, но даже ни разу не пробили в створ. Клопп технично размазал Гвардиолу, Юрген – рекордсмен среди тренеров по количеству побед над Гвардиолой, 6, отстают Жозе Муринью 4 и Арсен Венгер 3. Ответная игра между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля в Манчестере. В турнирной таблице АПЛ Гвардиола опережает Клоппа на 18 очков. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.